лучшее впечатление было не арка. Пока один дом.历史建筑也有特色，有历史的不同阶段的痕迹都在。Здесь видны, видна история. Здесь нам понравилась архитектура. 它比海参崴更酷。И он смотрится более круто, чем Владивосток. Почему фильм называется «Подо льдом»? Как это связано с сюжетной линией? Почему этот фильм называется «Инджисян»? Это фильм называется «Подо льдом»? 就是有的时候人内心的一些真相，一些本质的东西，像这个冰的这种季节一样，有些都在冰雪之下隐藏，可能到另一个时刻，这个东西融化以后，那个真相才显露出来，内心的东西。Здесь в данном случае эта метафора связана с человеческим сердцем, то, что в какие-то периоды жизни оно замерзшее, но на самом деле внутренняя деятельность, она не прекращается, жизнь внутри течет, и в какой-то момент наступает момент, когда это лед плавится, и все это выплывает наружу.